Детский оздоровительный лагерь «Искра» в Ершовском поселении принимает ребят уже более 60 лет. Сейчас в нем отдыхают около 300 мальчишек и девчонок в возрасте от 6 до 17 лет. Для детей организованы различные творческие и спортивные занятия. Выжигание по дереву, мягкая игрушка, бисероплетение, занятия плаванием. Здесь каждый найдет себе занятие по душе. Традиционно большое значение в лагере уделяют патриотическому воспитанию. Встреча в рамках проекта «Историческая память» партии «Единая Россия» стала для ребят особенной. Дети готовили подарки, они творчески подходили к решению этого вопроса, они лепили, они рисовали, они делали очень интересные открытки, они подготовили песни замечательные на тему войны и пели сами, они подготовили замечательные стихи, которые были написаны когда-то во время войны. Дети войны, свидетели тех страшных событий, рассказали ребятам про тяготы и лишения. Как вместо детских песен они слышали взрывы бомб, вместо чистого неба над их головами кружили бомбардировки. Центральной темой беседы стало партизанское движение в Белоруссии, ну и, конечно, окончание войны, День Победы. Мама пришла с завода и очень плакала. И плакала она от счастья. А вечером все время был салют. Люди ликовали, люди праздновали, люди были рады, что, наконец, кончилась война. Воспитанники лагеря с большим интересом слушали рассказы о событиях того времени и судьбах людей, чье детство омрачила война. В знак благодарности ребята исполнили для них песни фронтовых лет. Эти встречи, они нужны как детям, потому что они встречаются живыми историями, живыми людьми, которые прошли все, ощутили на себе все тяготы именно вот лишений во время войны детей. И в то же время эти же встречи нужны и нашему старшему поколению. Ко мне приходят ветераны и спрашивают, когда мы еще раз поедем. Школьники звонят и говорят, когда можно пригласить ваших ветеранов для того, чтобы побеседовать, послушать или живые рассказы. Встреча завершилась обзорной экскурсией по оздоровительному лагерю. Мальчишки и девчонки с удовольствием рассказали о веселых, насыщенных буднях, поделившись с гостями частичкой своего беззаботного, мирного детства. Екатерина Яровая, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».